от добермана до шпицы. Это пушистое воскресенье в Тирасполе и выставка собак. Место действия – республиканский стадион. Шум от лая сотни четвероногих на километры вокруг. Шиба-ину – это древняя порода собак, родом из Японии. Переводится как «маленькая собачка». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашей собаке. Это наша красавица Шиба-ину. Ее зовут Одзимари. Она с Днепропетровского питомника. Ей 7,5 месяцев. Она уже сегодня участвует во второй выставке. Хорошая собачка, маленькая, небольшая, очень игривая. Одзимари, почти по-молдавски, на национальной выставке новичок, а вот доберман Ральф – участник опытный. Приехал показать себя уже в 6-й раз. Каждая выставка и медаль в копилку. Говорят, что это очень сложная собака, что их тяжело воспитать, что они своенравные. На самом деле, да, каждой собаке надо найти свой подход. Алабай, шпицы, лабрадоры, вне зависимости от породы, к конкурсу их готовят с самого раннего детства. Ведь на таких мероприятиях они должны себя вести спокойно и не растеряться в новой обстановке. Лучшего из лучших выбирали специалисты международной категории из Молдовы и Украины. Участников оценивали в основном по внешнему виду. Многие задают вопрос: ой, наша собака ничего не знает, не умеет. Я говорю, знания команд на выставке не требуется. Это то, что генетически заложено. Породность ее, как она двигается, как шерсть, как ухоженная, цвет, глаза расположены. Ну, все-все эксперт оценит в совокупности, и на основании этого уже присваивается оценка. 3 возрастные категории, а значит 3 победителя. Среди взрослых собак чемпионский титул получил голден ретривер по кличке Рэй. Лучший из юниоров – русский той-терьер Федор. А вот среди щенков – дебютант Шиба-ину Одзимари. Следующая выставка пройдет на городском стадионе в мае 2020 года.